У малыша сейчас работают все 5 органов чувств, и он постоянно смотрит вокруг. Он упражняется в дыхании, пытается схватить все, до чего может дотянуться, набирает в рот околоплодную жидкость и прислушивается к звукам. Ваш малыш сейчас весит около 1,6 килограммов. Хотя кости ребенка затвердевают, его череп еще не очень твердый, и составляющие его кости до сих пор не срослись. Мозг малыша способен контролировать дыхание, пищеварительную систему и регулировать температуру тела. Он в состоянии различать день и ночь. К этому времени большая часть лануга, тонкого пушка, сошла. Его иммунная система больше не нуждается в антителах, поступающих из плаценты. Пищеварительная система уже функционирует самостоятельно. Более того, малыш выделяет в околоплодную жидкость до 470 мл мочи в сутки. Сейчас он весит около 2,5 килограмм. С этого момента и до самого рождения ваш малыш будет набирать примерно по 220 грамм каждую неделю. Почки уже почти полностью сформированы и начинает функционировать печень.